Активный переход инвесторов из долларовых в тенговые активы фиксируют специалисты казахстанской фондовой биржи. Ее председатель Алина Алдамберген заявила, что процесс дедолларизации идет, и фондовый рынок может стать дополнительным каналом финансирования отечественной экономики. Что касается стат данных, то на сегодняшний день в листинге казахстанской фондовой биржи находятся более 130 эмитентов, которые размещают акции и облигации. Вместе с тем руководство биржи утверждает, что в последнее время частный бизнес – после десятилетнего перерыва активно участвует в размещении акций и облигаций на фондовом рынке. Это связывают с ростом количества прозрачных казахстанских компаний, а также с возможностью привлечь через фондовый рынок дополнительные инвестиции. Определенные сектора экономики, такие как строительные компании, торговые центры, представители торговых компаний, они имеют достаточно высокую долговую нагрузку, и поэтому размещение акций позволило бы им улучшить финансовую устойчивость и диверсифицировать источники финансирования. Особенно, когда мы видим достаточно высокие ставки банковского кредитования и определенное замедление кредитования банками.